Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Как известно, прокуратура борется с нарушениями и преступлениями в этой сфере. Во вторник, 12 декабря, старший помощник прокурора Ольга Кель проведет горячую линию по вопросам противодействия коррупции. Жители города могут сообщить о фактах коррупционных проявлений в органах власти, конфликтов интересов государственных и муниципальных служащих, превышении полномочий и вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях и иных нарушениях прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. Позвонить можно 12 декабря с 10 до 12 часов по телефону 26-43-98. И еще об одной горячей линии. В понедельник, 11 декабря, можно пожаловаться на невыплату алиментов. Звонки будет принимать Олеся Высоцкая, старший помощник прокурора. Помогут в этом судебные приставы.